вот у нас Матвей. Дочек кушает, он попрошайничает. Матвей, я тебе принесу кашу. У нас тоже люди кормят, ухаживают за ними, чистят клетки. А нам, женщинам, очень так жалко, и когда у нас остается, допустим, кашка, там блинчики или еще что-то, от завтрака, от обеда, и мы собираем и приносим им. Матвей, он уже знает меня, и он ждет, что я ему принесла кашу. Матвей, тебе чуть попозже, кашка тебя ждет. Это у нас Матвей, там две его подружки есть. Это просто кормушка. Здесь тролики разные. Пуховой, знаете, пьет. У нас такие поилочки есть, они забавно пьют. И пуховой кролик. Разные породы, разные виды. Вот морковку тут, им листики капусты приносят, угощают. Это мой красавец, как он носит. Да, они такие. А мне очень нравится вон крольчиха рыженькая. Смотрите, какая она там вдали. Она слилась практически с... О, какой цвет красивый. Коля. Он у нас вон там в домике. Коленька, ну он спит, как любой хищник. Но он сейчас тоже, наверное, выйдет. Он тоже хочет кашки. Хотя они все хищники. Да, ну, вот он зевает. Коленька, выйди к нам, пожалуйста. Выйди, зайчик. Спит. Коля, покажись, наш красавец. Иди сюда. Вон Коля. Видите, выглядывает? Коленька. Сейчас он выйдет. Коленька. Он тоже немножко линяет. Иди сюда, Коленька, иди сюда. Коля. Каши не видать, не видит. Да. Зевает опять. Зевает, да. Он ночной зверек. Ну, да, чего вы тут хотите помощь от меня? Я сплю. А вы его пиратами кормите, получается? А? Пиратами кормите, получается? Ну, ты моя красавица, какая рыженькая, красивая, крольчиха, какая красавица, вышла показаться, да, вышла показаться красивая. Да. Вот такие вот у нас, вот это альбинос, да, видели, у них красные глазки, он, у него красивая шкурка, но когда я смотрю на глаза, почему-то как-то вот немножко, вот, я не по себе, не знаю. Да, очень красные, грустные. Грустные, да, как будто он немножко. Они знаете, что любят? Листья одуванчика очень любят. Угу. Вот они другие. Судя по всему, листья одуванчиков-то здесь особо и нету. Вот я нашел один. Листья или стебли? А я стеблей нарвал одуванчика. Это очень осторожно, потому что они могут прихватить пальцы. А стебли будет? Я думаю, будет. Вот это у нас две девушки, это как раз подружки нашего Матвея. Одна из них ощенилась, сейчас нам может посчастливиться. Там в домике у него маленькие еще два щеночка, но они темные и коричневые. Попробуйте вот так вот посмотреть туда, в дырочку. Если они есть, то вы не помните. Да, да. Малыши, но глазки уже открыли, периодически выползают. Вот. Что интересно, две самки, они такие... Я когда приношу им кашку или что-то вкусненькое кушать, они могут есть одновременно из одной тарелки. То есть не дерутся, ничего. Конечно, кто быстрее, естественно, кто кого скушали. Опередит. Но... Очень вкусно.